Всем привет! Сегодня мы говорим о скайдайвинге в Сингапуре. Вот, он называется iFly, находится на Сентозе, поворачивайте налево. Я, простите, пропустил поворот. Это Джон из Сингапура. И сегодня мы продолжаем разговор о том, чем интересно можно заняться в Сингапуре. Если вам скучно, что-нибудь интересное и веселое. Вот. Для меня я эпизодически хожу на скайдайвинг, потому что это очень много адреналина. Находится он на острове Сентоза. Вот конечная станция Силоса-Бич, прямо на выходе от станции метро. Вот, ну это сложно не заметить, а я, собственно, выложил адрес, вот, и цены. Стоит это 89 долларов первый прыжок. Можно взять два за 96, вот, в зависимости от того, если вы местный или, соответственно, экспат, будут, ну, немножко разные цены. Вот, ну, это, собственно, одно из нескольких моих любимых развлечений. Вот, есть еще всевозможные прыжки с тарзанкой. Я выкладывал до этого видео, можете посмотреть. Вот, ну и, собственно, было приятно вас всех повидать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, лайкайте. Спасибо, вот, до скорых встреч, пока.